Котик, ты что-то потерял? Не хочешь топовый брейн? Ладно, я зайду. Погоди, сначала правила. За несанкционированную запись положено наказание. Руки не распускать. Наркотики принимать запрещено. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейн-данс и идешь в кабинку. Я что, из детсада, по-твоему? Полный лох? Окей, дверь открыта. Развлекайся, малыш. Добро пожаловать. Ты смотри, какое миленькое личико. Ты смотри, какое миленькое личико. Кто бы сомневался. Смотри, а чего тебе хочется? Может, расскажешь поподробнее? Стаканчик. Повтори нам, Привет. Будешь что-нибудь? Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает?
Меня зовут Ви. Она назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Ага. Так что с Эвелин? Клуб большой. Поищи ее, может, найдешь. Все в порядке, Матео. Я его ждала. Эвелин Паркер. Я сразу поняла, что это ты. Сенсон? Это же моя любимая. Только откуда ты узнала? Может, мне нравится все знать о тех, с кем я работаю. А может, просто угадала. Почему мы встречаемся здесь? Есть особые причины? Мне кажется, это место не то, чтобы в твоем стиле. Приму за комплимент. Пойдем. Тут слишком много любопытных ушей. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. И чем такая гадкая? Все нормально, честно. Может помочь? Почему ты не хочешь сказать мне правду? Любишь? Я уже сказал. Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь и никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал? Тебе же глубоко насрать, что там думает Декс. Мы оба это знаем. Тебя смущают комплименты? Я думал, что лезть. Оружие не твоего уровня. Я ошибся? Может, это Декс фиксер не твоего уровня? Вы давно знакомы? Я с ним недавно работаю. Я слышала, есть два типа фиксеров. У одних постоянные команды на долгих контрактах и коротком поводке. Им важны верность и предсказуемость. А вот Декс, он как раз относится к другому типу. Ну, не томи. Рекрутеры. У них другие приоритеты. Они верят не в людей, а в свою интуицию. Им важен потенциал. Если они вдруг ошибаются, это становится их последней ошибкой. Поэтому я надеюсь, что у Декса с интуицией все нормально. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да, они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Кампеки Плаза. Знаешь, где это? Был там? В корпоратском отеле-то? Нет, конечно. Откуда у меня такие деньги? Интерьер там топовый. Скоро сам увидишь. Так, где именно хранят чип? В люксе на последнем этаже. Там живет Юринобу Арасака. Юринобу Арасака? В Найт-Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только ленивый не написал, что Йори приехал в Найт-Сити. Он последний сын Сабура Арасаки и главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Арасака-младший приехал в Найт-Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь.
Ну ладно. Если у тебя в рукаве есть какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юринобу сам вынес чип из лаборатории Арасаки и договорился продать его сетевому дозору. Уже понял, что у меня за туз? Или надо разжевать? Значит, чип лежит без охраны, потому что Юринобу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, где он? Скоро сам увидишь, если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. Окей, что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейн-дансу из Кампеки Плаза. Зачем мне брейн-данс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинках на цифровые сиськи? Вовсе нет. Брейн-данс позволяет анализировать детали. Нюансы недоступные зрению, даже прокачанному. Тебе это пригодится. За что спасибо-то? А что на этой записи? Апартаменты Юринобу. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой, это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Да так, ничего. Покажи мне брейн-данс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому я очень надеюсь, что ты будешь хорошим мальчиком, который держит язык за зубами. Расслабься. Я не идиот. Я понимаю, с кем и как надо себя вести. О, привет. Это Ви, он за материалом. Ви, это Джуди, лучший монтажер брейн-данса, которого я знаю. О, не начинай, меня сейчас стошнит. Усилители сенсорики, индикаторы эмоциональных и акустических волн. Ничего себе оборудование. Почти все модифицировано. Заводские только корпуса. Сама улучшаешь? А ты как думаешь? Это же транслятор мимики Фуюцуки, да? У этой серии вроде были проблемы с матрицей. Так-то да, но в другие модели не вставишь дополнительные скан-модули, а матрица меняется на раз-два. Ладно, ладно. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровато, конечно, но сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть. Ну да. Откалибруем под него. Ну, нам с Чпок-стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви. Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готов? Уже бывал в сыром брейне? Как-нибудь справлюсь. Давай начинать. Не вопрос. Ну, садись, располагайся и приступим. Сначала создам твой сенсорный профиль. Окей, поехали. Надеюсь, больно не будет. Не, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Угу.
Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты окулист. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди 2 минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейн-танца. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так. Что бы тебе тут... А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился. А потом пущу в режим изменений. Погружение через 3, 2, 1. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать! На землю! Целуем пол! Живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин, но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного, ты живее всех живых. Это было слишком. Я чувствовал боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменений. Включаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, удаляй. Что хочешь. Теперь это твоя песочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Запись можно продолжить с консоли. Попробуй. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. Скажи круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай, попробуй вернуться к самому началу. Ага, круто. Теперь промотай вперед. План простой. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. Теперь самое интересное. Собственно, то, зачем ты пришел. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло. Отвалишь, и продаем психом из студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще дадут. Окей, давай вперед. Остановимся тут. Очень хорошо. Поехали дальше. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все,
каждую мелочь. Даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имел. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Вот, хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Окей, давай вперед. Да ёб твою мать! Глянь, в кладовке я на кассе постою. На хую своем постой. Как ощущения? Просто охренеть, правда? Прямо как будто рядом стоишь. Вот. Этим и хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Поиграй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. Всем лежать! На землю! Целуем пол! Живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Граница действительно слышит. Все равно на записи. Редактор давай! Тебя за нее. Шакула у тебя! Так понятно? Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Ха, неплохо. Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненой девахе. Попробуй. Отлично, поехали дальше. Промотай до того момента, где вор получает пулю. Понимаешь, он даже не видел, что в него стреляют. А ты увидишь. Вот, смотри, по-моему, это самое клевое. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения, и просканируй его. Ему всадил пулю его же Чумба. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваливают. Настоящая смерть у брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только, чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим запись Евы? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Короче, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно. Ладно. Сейчас подключу тебак и можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности, будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то, проблема. Нет, мы так не договаривались. Тибак профессионал. Куда не надо, не лезет. Можешь ей доверять. Ты типа разрешил? Джуди, пожалуйста. Я бы не стала тебя подставлять. Ты же знаешь. Окей. Звоните Бак и погружаемся. Привет, Вир, что такое? Бак, слушай, у меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейн Данс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Да неважно. Не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779.
Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получил? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринобу держит чип. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начирикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, располагайся пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Слышу гудение. Вентиляторы, кондиционер или серверы. Надо же как-то управлять всей этой умной херней. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как... Мой отец – замученный безыдейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура – безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя... Ясно. Привлекать. Хватит. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он удел... ...уделяет этому проекту особое внимание. Идея. Я сейчас вернусь.
Иди уже ко мне. Погоди, найду что-нибудь подходящее. О, вот это тебе понравится. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да, иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где Юринобу держит биочип. Донахис, мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Ха, слишком низкая температура. Есть риск колебаний. Обычный холодильник. Температура не совпадает с указанной. Тут мы ничего не найдем. Обсудите это с вашим отцом. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту... Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юринобу точно держит кейс тут. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай, редактор. Нашел, что хотел? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейн-дансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Нам нужен был этот брейн-данс, Джуди. Он практически сделал все за нас.
Чувствую, этот брейн-данс нас угробит. Я серьезно. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Джуди, перестань. Никто ничего не узнает. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Все, пойдем. Ну, что думаешь? Инфа про Юринобу, про чип, брейн-данс из Кампеки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Хочу понять, что ты не блефуешь. Не хочу вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке, правда? Поверь, все под контролем. Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать, что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я думаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти, мне еще надо сказать пару слов Джуди. Как дела на фронтах, мистер Ви? Эта запись Эвелин из Кампеки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. А что с болтом? Пока ничего. Сейчас займусь. Понимаю. Тибак говорит, что без него у вас нет шансов. За работу, мистер Ви. Или нет?
начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй, заткни его! Говори, что знаешь. Быстро. Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Сделку. Ладно. Первый съезд со Skyline в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там. Вот и славно. Мэридит Стаут, ты звонил, правильно? Да, я. Вот и славно. Мэридит Стаут, ты звонил, правильно? Думал, ты меня шантажировать будешь, пиздюк. Условия ставить? Давай свои условия! Успокойся! Я просто хочу поговорить! Господи, Мэридит! Хлебало завали! Эта херня готова? Так точно. А теперь отвечай на вопросы. Быстро и честно. Ты тут один? Один, как видишь. Это правда? Проверьте территорию. Теперь слушай внимательно. Это он твой наводчик? Энтони Гилкрест.
Он слил тебе инфу по конвою! Не знаю я никакого Гилкриста. Это вон тот планктон? Это правда, они не знакомы. Хотя конвои мне грабить случалось. Я знаю, кто этим занимается, и я могу найти крысу. Просто смирись с тем, что я не тот, кого ты ищешь. Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Я же говорил! Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса! Господи Иисусе! Заткните его! Выпусти меня, пока я... Его можешь отпустить. Хочу послушать, что он скажет. Я могу залатать дыры в защите ваших конвоев, чтобы вас еще раз не обнесли. Неа, неинтересно. Говори, что у тебя за предложение. Мне нужен бот, модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне бота, я сдам налетчику. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой, а могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им ты будешь нашими деньгами. Звучит годно. Я в деле. Просто заплати этим чипом, остальное тебя не касается. Если захочешь меня наебать, я очень быстро тебя найду. Не верь ей! Эта штука в расстрельном списке! Она же сольет тебя!